поехали. Я была сегодня на военной экскурсии, посвященной 9 мая. Мне экскурсия очень понравилась, было очень интересно, познавательно. Для себя сделала открытие, так как о многих фактах военного времени в нашем городе я не знала, что у нас, оказывается, были госпитали, куда привозили из Ленинграда, и других городов нашей округи в России, что мы ухаживали. Кроме того, экскурсия мне запомнилась еще чтением писем наших мужчин с фронта, своим женам, своим сестрам, своим мамам. Если честно, это было так мило и так откровенно, и просто это было очень хорошо послушать. Вот. В общем, я рада, что я была сегодня. Это получилось экспромтом. Я хотела бы еще на какие-нибудь экскурсии прийти и поучаствовать в них. Спасибо вам большое.